24 апреля 1906 года в одном из владивостокских изданий было напечатано объявление о продаже минерально-фруктового завода на улице Набережной. Там, где сейчас располагается кинотеатр «Океан». В те годы в городе работали три подобных предприятия. Их напитки продавались в местных гостиницах и ресторанах. 25 апреля 1990 года тихоокеанский комсомолец написал, что в российский музыкальный хит-парад впервые попала группа «Пионер» из Находки. Коллектив, исполняющий рок-н-ролл, занял 10-е место, следующее за Бон Джови. Песня «Солдаты короля» залетела в первую двадцатку, опередив «Ласковый май» с его хитом «Goodbye, baby». Апреля 1923 года вышло постановление Дальневосточного революционного комитета о муниципализации частных домовладений Владивостока. В городе в государственную собственность передали 24 здания. Среди них гостиница «Централь» и административное здание «Дом приказчиков» торгового дома «Кунст и Альберс» на Светланской. 26 апреля 1952 года считается датой образования Хасанской таможни. Сначала она располагалась на территории железнодорожной станции «Хасан» на границе с Северной Кореей. В поселок Краскино сотрудники таможенного органа переехали спустя 40 лет.